Всем привет! Прямое включение. Ахатинские новости. Ахатинские новости сегодня такие. Сегодня улем меняют грунт. Название я им не придумала, поэтому, уважаемые подписчики, помогите обозвать наших улиток. Значит, улиток сегодня задание. Привыкнуть к новому грунту. Поменяла, значит, грунт. Значит, сейчас я меняю грунт, еще не поменяла в данном процессе. Приготовила им субстрат кокосовый, прокипятила его, промыла, прополоскала. Сейчас буду складывать. Нужна температура комнатная находится, как бы ни теплый, ни холодный. Сейчас это перемещаю в контейнер. Вот, бабамс, контейнер. Складываем это все в грунт, в контейнер. И наши улитки будут наслаждаться жизнью в новом грунте. Так, в общем, как это все получится, я вам потом напишу. А улитки у нас такие. Вот. Вот. Вот такая вот минутка. Slow down, slow down. Друзья, а мы едем друг на друге. Всем хорошего дня и пока-пока.